Региональному проекту партии «Единая Россия. Забота» в этом году исполняется 4 года. Все это время одним из постоянных и надежных партнеров программы является магазин-пекарни «Горячий хлеб». Ирина Бугрим посмотрела, что можно купить со скидкой. Впервые о региональном партийном проекте «Забота» в городе заговорили 4 года назад. С тех пор только муравленковцам выдано более 4000 дисконтных карт. А партнерами проекта стали 26 предпринимателей. Сегодня жители могут воспользоваться картой более чем в 30 торговых точках и местах предоставления услуг. Горожане, которые являются обладателями карт «Забота», могут приобрести продукты, различные товары, бытовые услуги, услуги связи и даже авиабилеты авиакомпании «Ямал». Скидки варьируются, конечно же, но и на усмотрение предпринимателей устанавливаются, но не менее 3%. Есть муравленко-предприниматели, которые предоставляют скидку 100%. Это парикмахерские услуги для ветеранов Великой Отечественной войны. Одним из первых партнеров проекта стал магазин-пекарня «Горячий хлеб». Сегодня льготники могут приобрести товары в 5 магазинах этой сети. Хорошо, что есть возможность у нас помогать, а не нам помогать. Поэтому мы посчитали, что та нагрузка, которая будет, она для нас будет вполне подъемной, и мы одними из первых, да, мы приняли участие. Скидка 3% по карте «Забота» распространяется на всю продукцию, за исключением алкоголя и табака. Замороженные полуфабрикаты, горячие блюда и салаты. Но главное – всегда горячий хлеб. Сегодня здесь выпекают около 100 сортов хлеба и 90 кондитерских изделий. И все сделано с душой. Помочь определиться с товаром каким-то, подобрать там по вкусу. Кто-то сидит там на диете, диабетики вот есть, что то-то, то-то нельзя. То есть к этой категории очень внимательно людей относимся. В разработке пекарни всегда находится новый вид хлеба. Но прежде чем продукт попадет на прилавок, его тщательно проверяют, в том числе сами покупатели. Ежедневно в магазинах проходят дегустации. Если продукт по вкусу потребителю, его запускают в производство. Мы просим людей, чтобы они охарактеризовали продукт на количество соли, либо сахара, достаточность специй, аромат, послевкусие, приятная консистенция во рту должна быть. То есть мы вот стараемся понять вкус и потребность покупателя. Вдобавок, скидкам по карте «Забота» горожане могут купить товары дешевле по акции. Работает в магазине и бесплатная доставка. Мне очень нравится продукция, потому что сам магазин близко к дому, и здесь выпекают все прямо на месте, все свежее, всегда нравятся горячие пирожки, хлеб здесь часто берем. Вкусный хлеб и все отлично, и сервис хороший. В перспективе проекта «Забота» привлечь к участию и сетевые магазины. С их руководителями уже ведут переговоры. Если инициатива будет поддержана, город Муравленко станет первым муниципалитетом в округе, который привлечет к проекту сетевиков, и «Заботу» увидят еще больше горожан. Ирина Бугрим, Анатолий Шуликов, новости Муравленко.